Нет, Бьянка! Ой, я знаю этот плач! Это же куколки Crybabies! Они плачут настоящими слезами! Побежали их утешать! Иначе они намочат все свои красивые наряды! Ой, малышка Сидни! Не плачь, пожалуйста! Давай погладим тебя по щечке. Успокойся! Малыши любят, когда их качают. Вот так. Положим тебя. Вытягивай ножки. Сидни успокаивается, когда ее гладишь по щечке или когда даешь ей бутылочку. Пей! А теперь пустышка. Тихо, тихо, тихо. Раз. И больше не плачет. Сидни успокоилась, а остальные Crybabies продолжают плакать. Со всеми мне не справиться. Алло, Карл, Бьянка, поможете мне успокоить куколок? Карл, хватит чинить машину, надо успокаивать кукол. Малыши плачут, потому что голодные. Это каша. А это филенки. Карл, бери коляску. Где же мои помощники? Давайте успокаивать кукол. Надо дать им пустышки. Crybabies перестали плакать. Нужно только вытереть слезы. Одежда мокрая. Значит, надо не только вас причесать, но и раздеть. Отличная идея. Мы малышей разденем, запеленаем и отправим гулять. Они поспят и никогда не будут плакать, потому что отдохнут. Твоя куколка не плачет? Нет. Ты уже готова. А вашу мокрую одежду
я постираю. Вы вернетесь с прогулки? Она будет сухая. Двигайся. Нужна еще коляска. Эй, Карл! Нужна еще коляска. А вот и коляска. Девочки, аккуратно. Почти заснули. Мы пойдем гулять, а Бьянка пока приготовит малышам кашу. Мы приготовим кашу. Сейчас наша каша будет готова. Почти готова. Вкуснятина. Ой, а про мокрую одежду ты забыли? Хорошо, что у меня машинка с сушкой. Как приятно пахнет. Ой, Карл! Малыши выспались. Поехали их кормить. Поехали. Ты бери розовую колясочку. Мы уже дома. Привет! Переодевайтесь в свою сухую одежду и давайте обедать. Хорошо! Какое угощение! Это тебе. Это тебе. Это тебе. Это тебе. Я помогу покушать Сидни. Я помогу покушать Кэти. И никто у нас больше не плачет, правда? Да. Да! Да! Тогда была моя! Шарики! Если твои край бейбис начнут плакать, мы точно знаем, как их успокоить. Увидимся в следующий раз в шоу «Привет, Бьянка». Пока!